продюсерскому центру Григория Лепса за организацию концерта. Давайте прозвучат без аплодисменты. Майя, спасибо огромное. Гриша, спасибо. Спасибо всем. Саша, спасибо. Огромное спасибо всей команде, да, которая работала. Я хочу сказать огромное спасибо своему коллективу, мегапрофессиональному, талантливому, музыканты, танцоры, Оля Пиар, Миша, директор, Паша, звукорежиссер, Световики, Сережа, Юра, Степа, всем спасибо, команда большая. Молодцы! Молодцы. Просто на самом деле люди, которые остаются за кадром, их очень много. Потрясающие костюмеры, Алена Гаджилова работала, стилисты, да. Огромное спасибо Косте Черепкову. Косте, спасибо за видеоряд. Покружи. До съемки все, которые были, Бонд, это все. А ну-ка, покружись. Работа. Спасибо Пичерс, ребятам, всем, которые за графику, которые делали. Эрику, спасибо. А что такое перископ? Господи, людей очень много, которых хочется поблагодарить. Ну и хочу поблагодарить, конечно, гостей, зрителей, которые сегодня так воодушевленно все это принимали. Мою семью благодарю за то, что они за меня переживали. Я боюсь кого-то забыть сейчас. Если кто-то кого-то забыл, клините мне, меня забыл, я вас благодарю. Вот, на самом деле, правда. Всем хочется сказать спасибо. Я счастлив, что это произошло. Впереди большой гастрольный тур с программой The Best. Мы, в общем-то, начали уже чуть-чуть. Вот, официальный пример, конечно, сегодня в Москве. Это случилось, это произошло, и я пошел напиваться. Браво! Браво! Анечка, спасибо тебе. А что ты молчишь-то, да, Анечка? Огромное спасибо за афиши, Наташа Арефьева за фото, тебе за афиши, за все эти постеры, боже мой. Спасибо. Таня Раш, кстати, где она здесь? Нет? Ну вот ей тоже спасибо. Да, музыка играет, а я... Лазаревич, иди сюда! Значит, покажи всем, когда ты появишься в перископе. Я в перископе есть, друзья, но просто... У тебя там нет ни одной трансляции. Как? Шесть трансляций. Ты туда подписана, Лера. Короче, да, Лерка не говори, туда подписана. Какой? По-моему, Лазарев Сергей я. Вот, там у меня много лайков уже, и вот. Ой! Что творится? Что творится? Что он творит? Сейчас Лазарь будет пить много. Да, буду много пить, потому что прошло шоу, я могу себе позволить. Перископ, перископ. Вы нас, мы вас. Опа, опа. Перископ, перископ. Вы нас. Лера, ответьте, ответьте, Лера, прием. Ой, стой, стой, стой. Повсюду. Дальше. Нет, подожди, давай, во-первых, разыграешь, где мы находимся? Сейчас я скажу, и все сюда приедут. Лепс Баре. Зачем ты Значит, это сказала? Значит, это Дмитрий Оленин. Привет! Русское радио, у которого сегодня, кстати, начался день рождения. Да. Тебя сегодня день рождения. Happy birthday to you! Вот. Значит, сейчас я вам покажу тролля Рощупкина. Руслан Рощупкин, который троллит всех в Твиттере и в Инстаграме. Хватит пиариться на моем имени. И человек, который меня, собственно говоря, посадил на перископ. Вот оно. А сейчас я тебя буду кружить. Давай. Кружись. Ты кружись. Не трогай тебя. Давай. Сто раз уже показываешь. Все, Сашечка Барой. Все, что происходит дальше, показывать нельзя. Выключай камеру. Уже нельзя. Уже Серега пьяный. Серега уже пьяный. Все, нельзя, выключай. Подожди. Один стоит сидит. Здесь сидит Михаил Борец. Это директор Сергея Лазарева, который сейчас кушает, все устали. Это прекрасный коллектив. А что ты делаешь? Это перескок.
что это такое? Знаешь, что это такое? Нет, не знаю. Подожди, Мишаня. А это вот замечательные девочки. Это коллектив Сергея Лазарева, который после трудной, тяжелой работы сейчас ужинают, я вам не мешаю, все. Мамочка Сергея Лазарева и вся его семья. Напиться хочется всем. Да. После этих ряда бессонных ночей. Я уже начинаю. Скажи что-нибудь, как у тебя прошел концерт? Я счастлив, шикарно, супер. Ну вообще не мне надо говорить, а тебе надо говорить. Я это уже сказала. Все хорошо, прекрасно, все мне понравилось. А вот Розик пришел. Да Розик, боже, ты сколько можно. Ребят, в общем говоря, у нас выключай эту камеру, все. Что ж такое, да?